Арашкина студии «Ленфильм» – волшебное место. Его ворота обращены в два мира. Посадные выводят на Каменноостровский проспект в шум городской жизни. Тыловые – на старейшую в России фабрику грез. Соединяют два мира – автомобили, о которых 32 года заботится управляющий этой переправой Сергей Григорьев. Старинные автомобили, да как и любые автомобили, не любят стоять, как любое живое существо. Поэтому трудности могут быть только с первой заводкой. А первая заводка всегда дома. Когда мы приезжаем на съемочную площадку, времени нет ковыряться. Все должно работать четко. Четко как инструмент. Что за инструмент киноавтомобиль и как он работает в деловом мире, прекрасно знает наш бизнес-эксперт. Кинематограф, начиная с 60-х годов 20 века, когда появились первые фильмы про Джеймса Бонда, стал очень мощным и сильным инструментом продаж. Как презентация новой модели, как поддержание осведомленности о своем бренде. Всегда автомобильные корпорации стремятся занять свое место при производстве определенного хитового фильма. Алексей Безобразов знает, о чем говорит. Машины, с которыми он имеет дело, в кино регулярно выходят на первые роли, а фильмы о них снимаются целыми сериалами. Гонки на автомобилях, погони на автомобилях, кража автомобиля, аварии, инциденты, красивые и романтические моменты. Все были связаны с автомобилем, начиная там, от кабриолетов в фильме Хичкока и заканчивая, опять же, Джеймсом Бондом, где погоня на автомобиле всегда является кульминацией почти любого фильма. Тот, кто выводит машины на съемочную площадку, уверен, что автомобиль в его руках не инструмент. Ну, это больше, наверное, актер, и все-таки они практически живые. В нем есть своя душа, своя история, какое-то тепло, это не просто жестянка. Сергею легко показать, что автомобили в кино не реквизит, а живые артисты. У каждого, например, свой голос. Нижний клапан звучит совершенно по-другому. У Форда и самый очаровательный голос. 67-й мотор вроде тот же, но он должен дребезжать, иначе это не он. Как и актерам, машинам нужен грим и нужны дублеры для исполнения опасных трюков. Если автомобиль во время войны, он же не может быть блестящим, гладким, чистым. Вот фактура – это тот же грим. У нас броневик есть, а-ля Остин Путилович, не один, а два. Один всегда горит, взрывается, другой катается, стреляет. Дублер должен быть обязательно, как у артиста, безусловно. Но главное, у машин есть характер, и они его умеют проявить. Его угоняли, он вернулся. Никто на нем так и не покатался. Судя по всему, пытались завести, но он не захотел. Он верный, послушный. Некоторые очень не любят, когда за руль садятся каскадеры или актеры. Начинают сбрыкивать, не заводятся. Подходишь, она заводится. Садишься, она едет. Актер садится, не едет. Даже если не едет, автомобиль в кино имеет все, чтобы живые люди могли за них переживать и отождествлять себя с ними. Порой достаточно присутствия в кадре. В моем кино действительно я стараюсь избегать случайностей. Мы находимся сейчас на территории брошенной в 92-м году военной части, где происходит большая часть жизни героини. Она одна в этом страшном брошенном городке. А вот этот обломок этого автомобиля – это вот образ, метафора былого могущества советской армии, низведенного до вот этого металлолома. У Дмитрия Светозарова есть и более стремительные автообразы. Он автор едва ли не первого советского автоблокбастера «Скорость». Там было две истории. История главного героя, талантливого провинциального паренька, который из найденных на помойках запчастей создает вот свою машину. Машина-крыса, страшная, но тем не менее боевая. Это образ души, биографии этого мальчика. И есть образ его мечты. Это игла, это сверхзвуковой самолет-автомобиль, который должен был бы побить рекорд скорости на соляном озере Баскунчак. Там автомобиль является некой метафорой прошлого и будущего, мечты и реальности. Наш бизнес-эксперт знает, как эти метафоры действуют на его партнеров.
Естественно, это работает. Любой видя автомобиль, который он видел на экране кинотеатра или в фильме, смотря его дома, или своего любимого героя в этом автомобиле, он приходит, и на ассоциативном уровне он отождествляет себя с ним и хочет такой же автомобиль. Хотя бы проехаться на нем, сделать тест-драйв, а дальше из этого может вытекать уже покупка. Еще мощнее, уверен наш бизнес-эксперт, потрясают воображение зрителя каскадерские трюки на машинах. Ну, естественно, после просмотра фильма, где происходит, опять же, погоня или гонки на автомобиле, например, форсаж, любому из нас, включая меня, когда мы выходим из кино, садимся в твой автомобиль, ты на инстинктивном уровне хочешь прогнать, прочистить трубы ей, что называется, чтобы ревел двигатель, понарушать дорожные правила. И представить, что мы не в Санкт-Петербурге, а в Лос-Анджелесе. И это хорошо, убежден человек, работа которого – кружить зрителю голову автотрюками и пробуждать озорные желания в автомобилистах. Конечно, хорошо. Учиться водить автомобиль правильно – это очень хорошо. Это нужно, это помогает в жизни, не только в кино. И все это возможно выполнять на обычных автомобилях, даже в реальной жизни. Но прежде чем исполнять что-то сложное в реальной жизни, надо научиться играть и много тренироваться, чтобы играть всерьез. Изначально все участники понимают, на каком автомобиле они будут выполнять трюк. И дальше начинается игра простыми детскими машинками. Представляется движение автомобилей, после чего начинают выполняться какие-то маневры, которые рассчитываются именно здесь, приближенно к реальности. Хоть и маленькие машинки, но это машинки. Спланировать на компьютере, наверное, возможно, но видеть это вживую интересней и нагляднее. Правда, многие знающие люди считают, что главные игры уже сыграны, и кинотакси нас уже ни в какую страну грез не отвезет. Извините, вы свободны? Нет, нет, пожалуйста. Кино постепенно уходит. На смену кино приходит некое зрелище, которое я бы назвал аттракционом. Ибо последние американские блокбастеры – это компьютерные аттракционы. Как и автомобиль в кино, так и сам кинематограф начинает постепенно уступать новым видам зрелищ. Даже не знаю. По-моему, уже все было снято. Но тот, кто выводит машины на съемочную площадку, уверен, что конца у этой дороги нет. Их судьба, по-моему, предопределена, они никуда не уйдут. При постоянном обслуживании, при любви, они будут служить бессмертно. Может ли не слишком опытный водитель справиться с бездорожьем, если у него есть подготовленный автомобиль? Программа «Мужское начало» провела эксперимент, сделав главную роль женской и посадив за руль человека на бездорожье, самостоятельно не выезжавшего. Что такое полноценный внедорожник? Многие владельцы больших полноприводных автомобилей не используют всех возможностей этих машин, которые позволяют проходить дороги не только там, где они есть, ну и где есть просто направление к цели. Героиня нашего эксперимента прочитала все, что положено об оснащении машины за рулем, которой она оказалась. И даже проехала однажды на специальном полигоне под руководством инструктора. Основные правила внедорожного вождения она знает почти наизусть. Заезжать на бездорожье без остановки не стоит. Необходимо автомобиль подготовить для этого. Например, увеличить дорожный просвет. Мы поворачиваем рычаг пневмоподвески в положение бездорожья. Автопроизводители освоили подвеску переменной высоты. Это избавляет от ощущения езды на грузовике или тракторе при движении на скоростном шоссе и позволяет не отрывать бамперы, преодолевая сложный рельеф. Двигаясь по бездорожью, включаем режим офф-роад. Если покрытие скользкое, вязкое, крутой спуск или подъем, мы включаем пониженную передачу. Внедорожный режим раньше должен был включать в голове водитель. Ему нужно было думать, какую блокировку включить, чтобы колеса не крутились впустую. Теперь машины сами могут перераспределять усилия мотора на колеса, у которых есть твердая опора. Впрочем, выбор пути пока по-прежнему за водителем. Причем на бездорожье ответственность за этот выбор автомобилисту делить не с кем. Не стесняйтесь выйти из автомобиля.
Необходимо посмотреть выбранный путь, оценить, что может нам помешать, и выбрать план движения. Ведь в лесу разметок нет. Больших скоростей, преодолевая препятствия природного ландшафта, не развить. Резкие ускорения и маневры могут завести в ловушку. Неровности, пни и коварные корни могут остановить ваше продвижение, как подорвавшаяся мина. К счастью, внедорожный режим и пониженная передача не позволяют разогнать машину быстрее 40 км в час. В внедороге все движения должны быть плавными и размеренными. Никаких резких движений рулем, педаль газа не топим. Не все видно с водительского места. Порой в лобовом стекле только небо. Но даже и без крутых подъемов на природном рельефе много препятствий, которые скрыты от человека за рулем. Крайне важно, чтобы рядом с вами был спутник, который смог бы выйти из машины, скорректировать ваше движение и подсказать, проходите вы или нет. Если у вас есть надежный штурман и вы не делаете ничего лишнего, то даже если вам очень страшно бездорожье, вы в большинстве случаев медленно, но верно преодолеете. Так, как это сделала героиня нашего эксперимента, которая иногда даже вскрикивала от испуга, но свой первый самостоятельный маршрут в лесу прошла без поломок. Аксель Сити и Аксель Сити Юг. Официальные дилеры Volkswagen. Аксель Моторс. Официальный дилер BMW.